Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, в то утро затеряны в сумраке храма. Тот храм окружал их, как замерзший лес, от взглядов людей и от взора небес. Вершины скрывали, сумев расплататься, в то утро Марию, пророчицу, старца. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось, и старец промолвил: «Сегодня, реченное некогда слово храня, ты с миром, Господь, отпускаешь меня, за тем, что глаза мои видели это дитя. Он твое продолжение и света источник для идолов чтящих племен и славы Израиля в нем». Симеон умолкнул, их всех тишина обступила, смущена Мария молчала, слова-то какие. И старец сказал, повернувшись к Марии: «В лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же Мария, оружием которым терзаема плоть его, будет твоя душа ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как новое око». Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Мария, сутулясь и тяжестью лет, согбенная Анна, безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле для двух этих женщин под сенью колонн. Почти подгоняем их взглядами, он шагал по застывшему храму пустому, к белевшему смутно дверному проему. И дверь приближалась, одежда и чела уж ветер коснулся, а в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать, и не в уличный гул он, дверь распахнувши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, как время утратило звук, и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась.